Вы там кадры сами, не? Здесь у нас сегодня пройдет ночлег. Некоторые в лесу в палатках. Да, ну то есть кто как захочет. Вот, школу протопят. А, спать все будут в спальниках, правильно? Спальные мешки да, брал, да. Каждый с собой брал. Вообще! Ставка, дрова, все как руки стоят. Обед будем все готовить. Лампа керосиновая. Ну а вообще, смотрите, если взять все знания, например, по граничным и с Осиповичским районом по Березине, вот где Елизово, вот это вот Свислочка. Но что мне хочется сказать сейчас касаемо этой темы, конечно, это дань памяти, да, дань памяти и уважения тем людям, которые в 42-м году здесь мирным простым жителям, которые, скажем так, были все убиты. Не знаю, насколько это достоверно, их тут всех жгли, либо вот, кто-то говорит и жгли, и закапывали, да, ну вы знаете, там было очень много таких. И все забыли ложки.
сыпется по-особому. Вот так вот. GoPro, снимай фото. Как вас звать еще раз? Короче, я так понимаю, надо уже человек. Филиал тут два открыть. Весной на неделю леса я вас тоже. Гонка отсюда. Бург в шоке. Камбоджа. Вот мы жили там. Сюда на север, при мое детство прошло в рабочем поселке, в бараках жили. Такие бараки были тогда после войны. Тяжелая эскадрилья бомбила, смоленская. Так а вот получается на картах старых среди болот хутора были. На ну, пошли, ты положи спальник, будешь спать. Осталось? Там хутор был, был Веремеевка назывался. Еще после войны я видел там, ну, здесь сенокос там косили после войны. Уже самого хутора не было, сенокос косили. Поэтому... Так, и от них ничего вообще не поставалось? От хуторов? То есть не один, ну, там... конечно, как... люди повыселялись оттуда и все. Вторную систему уже открыватели в колхозе. Подработав по полной все точки маршрута, завтра снова на сплав, и не скажет никто, для чего и зачем. Это нужно кому-то. Сказали мне, так ты турист уже, чувак. Ну, красотой уральских гор не любовался. Так я опять на уговоры их поддался. И как дурак пошел на лыжах на Канжак. Ох, заманили, эх, заманили. Повесили на спину такой большой рюкзак. И гадостью какой-то накормили. А из палатки я не выбрался никак. Доброе утро. Ну как тут наши лесные бомжики? Отлично. Не замерзли? Мы спали по таким слоям снега. Ну, нормально, холодно не было. С утра ворон здесь лесной летел, каркал. Громко очень. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мы прикрылись. А, хорошо, хорошо, хорошо. Здравствуйте. Горный хутор был. Вот он это самое. Тогда, когда начали пирохели, вот он сюда пирохели, еще тоже на отступ отделили. Ее потом растопишь и чай приготовишь. Это Бередино. Да, то есть сразу с долыни они вот по кольцу идут волки. Вот здесь пироходы их. Пироход на ту сторону на тироболь это. Вот щукают себе корма, чтобы поесть. Уже бывает килограмм под 60. Вот эти предпоследние были. 6 штук забили по килограмм 60, такие упитанные. А покраски какие? Ну такие. Обычно? Вон как твой мой кобелек стоял во дворе, типа таким. Угу. Типа, трошка темнее. Это охотничья собака, да, вот это вот? Да, да, это охотничья. Это волосы уже жировали. Жировали, волосы ломали. Не кабану, и он бег. Бег кабан. В деревню, наверное, задавал. О, потому что следы длинные. Ну, бег, бег.
А что, назад надо идти очень долго? Что далеко идти? Пойдешь с Лешей, зимой. Встать не может. Дай руку. Дай руку сыну. Надо идти. Все, да? Я бы хотел. Очень далеко еще идти. Они расстроены, конечно. Но тут еще это еще 10 раз постолько, как мы прошли. Это только начало. Было чисто тут. Корову держали, хозяйство все держали. Как называлось? Поселок Лесной. Он с какого времени? В 52-м году образовался. Ага, то есть после войны. Да, сразу. Для военных нужд все это дело было. Пилили ганту, вот не было чем же, шиферов не было. Угу, гонт делали. Гонт делали. Никто не хочет полизать соль. Вот тут тоже лежбище кабанов. Кормовая база хорошая, сегодня. Я смотрю, тут много лежек кабаних. Ну вот у ельни. А куда они сейчас вот пошли? Ну пошли где-нибудь, тут поели, пошли дальше на другие дубы, может туда где сместились. Ага. Детям нашим посмотреть на хороший лес. Вот такая вся, вот это была пуща раньше. Все это дубники, вот наши, мать моя ховалась в этих урочищах. Немцы стреляют из этого самолета, они кругом дуба ходят. Ховались сюда вот эти люди с усакими постоянно. Жили курани у них у леса тут, здесь они и жили войну целую. Курани, партизаны отдельно, они отдельно. Хорошо, а где же продукты брали? Ну, выходили на поля, засевали поля, а потом убирали поля и в лес, ага, утекали. Так везде же немцы грамотные знали. Там у Дручана где-то тоже стоял, у Пельсичах тоже гарнизон крепкий полицейских. И тут у нас же в деревне были полицейские, человек 5. В Усакино? Да, заставляли вот это самое. А полицейские это были немцы или... С наших брали. Наших людей брали. Тут много чего такое подноготное, если вот старые люди рассказывали это самое, что были и наши гадковатые это самое люди, кто наживался, последние тянули из их, отбирали подушки и все, это, как говорится, приданное. А ховали у нас там бугры такие, там, в ту сторону, развады вот такие бугры вот закапали, скопцы, деревня же большая была, угу. Больше. 120 дворов все закапали, в землю все свои пожитки. Сами скитались по лесу, по куранях.
красивый. Я говорю, можешь меня прострелить, дальше я не пойду, я нет силы. Он там умер, ну, короче, нашли только челюсти, волки сожрали за зиму. Ой. И череп, тогда да, я вроде бы часть черепа? Прямо в рот ему, смотри. А, у меня там... Не кабан, а слон какой-то шел. Ого! Лёшка Кабанов. Тут они рыли землю в поисках желудей. Вот тут под дубами. Иди, не бойся, не бойся. Это Сушанка. Я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Держи-ка. Мост стоит слева от борта. Даня, пока, пока. Кнули вместе с нами. Саша, спасибо. Я надеюсь, не последний раз. Сережа, с вами все. Всем пока. Спасибо. Все.